Как мы обещали, мы продолжаем борьбу за справедливость и за право народа Южной Осетии выбирать свое будущее. Верховный суд Южной Осетии вернул нам наш иск, в котором мы оспаривали итоги парламентских выборов. Верховный суд Южной Осетии не усмотрел каких-либо нарушений или угрозы их наступления. Зная, что решение ЦИКа незаконно, а все нормы права попраны, суд решил отмежеваться от этого вопроса и признал, что мнение народа Южной Осетии для него ничто. Суд показал свое лицо. Теперь мы ждем реакции от прокуратуры, в которую мы вчера снова отправили повторное заявление для возбуждения уголовного дела по факту нарушений на выборах. Также ждем ответа от МВД. Со своей стороны хочу заявить, что за все незаконные решения, которые принял ЦИК и суд, рано или поздно придется отвечать. Отдельно хочу обратиться к членам ЦИК, подписавшим незаконный итоговый протокол. На уголовное дело вы уже наработали. Призываю всех чиновников оставаться в правовом поле. Кто есть кто, мы уже видим. Еще больше нам интересно, кто еще запишется во враги собственного народа. Еще раз хочу заявить, партия «Победитель» Единая Осетия будет защищать истинный выбор народа и бороться за справедливость до конца.